Друзья, перед началом просмотра видео, я хочу вас попросить подписаться на один наш новый канал. Ссылка будет в описании под этим роликом. Заходите, смотрите, там есть много интересного. Буквально час назад нашу студию сообщили ужасную новость. Нам сообщили, что только что в одну из больниц города в тяжелом состоянии был доставлен российский актер Игорь Бочкин. На данный момент Игорь Бочкин находится в одной из больниц города. За ним ведут наблюдение лучшие врачи. Мы решили разобраться и узнать, что же случилось с нашим любимым актером. Но информации пока нету. Наши корреспонденты, так сказать, следят за развитием событий. Как только что-то узнают, сразу же сообщат об этом нам. А мы, естественно, расскажем об этом на нашем YouTube-канале. Давайте, друзья, поддержим Игоря Бочкина. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо. Он выздоровеет и вернется домой. Давайте подпишемся на наш канал, нажмем на колокольчик, чтобы уже завтра утром не пропустить свежий выпуск на нашем канале. До скорых встреч, друзья, на нашем YouTube-канале. Следите за нами, будьте в курсе новостей.